Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 11 декабря 2020 года. И у нас вечер. Хотела показать Умочку на контрасте с Юлей. Сейчас у Юли начинает оформляться животик. То есть мы можем надеяться на то, что уже, скорее всего, в январе будут у нас детишечки от Юльки. А вот у Умы тут уже все вполне себе очевидно. И никаких сомнений быть не может. Тут уже такой конкретный пузюлик. Умочка, покажи пузюлик. Покажи пузюлик, Умка. Умка, покажи пузюлик. Надо, чтобы она на бочок легла. Хочу показать вам мой новый инкубатор. Вот такой вот. На 32 яйца. Сейчас у меня те самые перепелиные, на которых я ставила эксперимент. Я их не бросаю. Этот инкубатор сам держит влажность, сам делает переворот. И если что-то вдруг получится, то у меня уже заказаны, скоро будут привезены брудер и клеточка для перепелов. Ну и, собственно говоря, заказаны породистые перепела. Порода Феникс, как я и говорила. Который, я надеюсь, корм я уже тоже получила для перепелов. И, собственно, остается дождаться только инкубационных яичков от заводчика, которые, ну, настоящие, скажем так, не магазинные. И с помощью этого инкубатора, брудера, я из профессионального корма Пурина для перепелов старт я купила. Я надеюсь, у меня все получится, и скоро мы будем с вами наблюдать маленьких миленьких птенчиков. Ну, а также, конечно же, ждем Умочкины и теперь уже, надеюсь, и Юлечкины роды. Умочка должна под Новый год, Юлечка, скорее всего, теперь уже по животику понятно, что, наверное, все-таки не раньше, чем январь. Гостям нашего канала напоминаю, 10 щенков чихуа ждут мамочек и папочек. Полностью привитые щеночки, чипированные. С метриками щенка и клеймом РКФ. И, скорее всего, уже на следующей неделе мы будем повторять индивидуальные видео всех щеночков на продажу. Немножко прошло времени с последних индивидуальных видео, которые можно посмотреть в плейлистах на канале нашего питомника. Мы в прошлый раз делали видео со взвешиванием каждого щенка на продаже, с измерением роста в холке. Ну и ежедневные видео о прогулках наших детишек можно также посмотреть в плейлистах на канале нашего питомника. Совместные, где гуляют они со своими мамочками и папочками. И отдельное видео, где у нас самые морозоустойчивые малыши гуляют с удовольствием, в то время как взрослые сидят дома на подушках. С подписчиками нашего канала не прощаемся надолго. Увидимся в новых видео. Сейчас много дел по подготовке дома. Утепление идет. Поэтому, собственно говоря, времени, ну, так скажем, маловато. Сейчас будем заниматься проводкой в комнаты, установкой батареи. Вот в эту комнату, поэтому, собственно, пока в комнате такой бардачок, и места мало, все сумбурно, из комнаты в комнату, как обычно. Но ремонт есть ремонт, так же, как и стройка, это всем понятно, это логично. Масик с нами живет. Ему с нами нравится, ему с нами тепло, он спит с нами в кровати вместе с Умочкой, Юлькой, Дуськой, Евочкой. Малыши ходят днем гулять, играть в комнату ко взрослым, а на ночь просят сюда, но это чисто по привычке. Скоро нам придется все равно выселять малышей из этой комнаты, потому что когда собачка будет рожать, ей уже надо покой,
Всех придется выселять, и даже маленьких масиков, которым очень с нами понравилось на кроватке тусить. Надо обеспечивать роженицам полный покой, тишину и комфорт. Ну вот, собственно, все новости на сегодняшний день, дорогие друзья. Сегодня уже вечер. Желаем вам всем спокойной ночи. Добрых снов, хорошего теплого вечера, замечательной погодки и великолепного настроения. Оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!